24 августа состоялось первое заседание Совета по молодежной политике при правительстве Омской области. Новый совещательный орган будет действовать на постоянной основе и при помощи своих предложений формировать направление государственной молодежной политики, совершенствовать законодательную базу. Ведь активная гражданская позиция молодежи может помочь не только власти, но и обществу через воплощение социально значимых проектов. Совет в составе 18 человек возглавила заместитель министра спорта Омской области Татьяна Руденок. К формированию состава мы подходили очень серьезно. Он формировался, начал еще в прошлом году. Это была собрана такая организационная группа, куда входили представители и предприятий всех Омского региона, высших, средних, специальных учебных заведений, а также представители всех ведомств. Обсуждался вопрос, как должен работать этот совет, какие у него должны быть задачи, какие цели должны быть у совета. И следовательно отсюда мы исходили из того, кто должен входить в состав совета. Подходящая к концу форумная кампания и молодежное предпринимательство – два основных вопроса повестки. В этом году 64 омича приняли участие в крупных федеральных и окружных форумах. Территория смыслов на Клязьме, Таврида, Бирюса. Семеро защитили свои проекты и вернулись в Омскую область с грантами в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. Это хороший стимул для активной молодежи в 2017 году представить новые перспективные проекты на федеральном уровне. Сам форум мне очень понравился. Понравилось, что присутствовали, можно сказать, одни из первых лиц нашего государства. Был премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, был министр финансов, председатель Государственной Думы, Совета Федерации. Очень была интересная, насыщенная программа. Что могу пожелать ребятам, чтобы не стеснялись, ехали, обязательно ехали с проектами, потому что действительно у вас есть возможность получить поддержку на реализацию своего проекта, ну и дерзать. Омская область участвовала в федеральной программе и выиграла субсидию почти на 5 миллионов рублей на поддержку проектов молодежного предпринимательства региона. Министерство спорта является оператором по реализации программы. Но у молодых омичей есть отличная возможность не только развить свое дело, но и заявить о нем на всю страну. Ведь в Омской области осенью пройдет этап конкурса «Молодой предприниматель России». Наша задача с помощью этой форумной кампании начать, во-первых, делать площадку для общения среди молодежи, да, и, во-вторых, повышать грамотность, чтобы, ну, повышать компетенции предпринимателей, да, чтобы они могли уже на инвестиционном каком-то фонде получить финансирование и развить свое предприятие, свой стартап, скажем. Первое заседание было организационным и помогло наметить направление работы до конца года. Теперь, ближе к декабрю, члены совета соберутся вновь и обсудят, вероятно, первые итоги своей деятельности.